Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это пес Макс. Сегодня мы с ним будем играть и показывать вам идеи для игр с небольшой собакой дома. Все собаки обожают играть, а если игры проходят еще и с участием любимого хозяина, для лающего друга такой процесс становится вдвойне приятным. Играть с питомцем можно не только на улице, но и дома. Мы собрали самые интересные идеи для игр с небольшой собакой дома и готовы представить их вам. Принеси. Первая игра. Научите свою собаку приносить любимую игрушку по команде. Вначале возьмите игрушку в руку и привлеките к ней внимание собаки. Затем убедитесь, что глаза питомца отслеживают ее, и после бросьте игрушку и произнесите команду «принеси». Сначала бросайте игрушку на небольшое расстояние, но с каждым разом старайтесь увеличивать его. Чтобы питомец не заскучал, меняйте расстояние и высоту, на которые вы бросаете игрушку. Эта игра не только приносит удовольствие лающим, но и развивает их нюх и интеллект. Найди предмет. Вторая игра. В качестве предмета для поиска можно использовать игрушку собаки, лакомство или сильно пахнущий предмет. Спрячьте его, пока питомец не видит, а затем дайте собаке команду «ищи». Обязательно при этом назовите предмет. Так собака не только будет развивать свое обоняние во время игры, но и сможет выучить название предметов. Прятки. Третья игра. А теперь попробуйте сами спрятаться от своего питомца, пока он не видит, а после позовите его. Перед этим запаситесь лакомствами, чтобы радость от нахождения вас у собаки была двойной. Угадай, где предмет. Четвертая игра. Возьмите лакомство, зажмите его в кулаке и попросите собаку угадать, в какой из рук вы спрятали вкусняшку. Когда питомец справится, можете повысить для него уровень сложности. Возьмите три пластиковых стаканчика, проделайте в дне каждого небольшое отверстие для запаха, поместите в один из них лакомство на глазах у собаки, а затем в течение минуты быстро меняйте их местами. После лающий друг должен угадать, под каким стаканчиком вкусняшка. Эта игра развивает внимание и обоняние собаки. Ну что, Макс, как тебе игры? Мне очень понравилось. Попробуйте и вы реализовать что-нибудь из перечисленного с вашей собакой дома. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!